Всем привет! Мы продолжаем исследовать мастер уровня Doom 2, и это уровень Замок Титанов. Итак, мы спрыгиваем сюда, чтобы отобрать у этих ребят оружие и боеприпасы. Того тоже убьем, чтобы не мешался. Заходим внутрь. Забираем супер-дробовик. Расстреливаем вот этих вот ребят. Забираем миниган. Убиваем импов заранее. И заходим теперь в эту комнату. Вычищаем ее быстренько. Далее, как демоны. Еще вот эти вот ребята. Итак. Вот за этим милым камином есть секретная стена. Ну как секретная? Да, необходимая, скажем так. Потайная. Открывая там стену здесь. Нажимаем этот переключатель, чтобы опустить вот эту колонну. С помощью нее мы берем ракетницу. Итак, теперь идем сюда. В этом дворике мы убьем ревенанта. И по возможности как и демонов. Да, они спускаются. Надеюсь, будет все четверо. Нам не придется их ждать. Да, замечательно, вот четвертый. Я их убиваю здесь заранее, потом покажу почему. Итак, здесь вот стрелочка. Лучший друг дизайнера уровней показывает нам, что нужно открыть стену здесь и опустить этот лифт. Далее мы поднимаемся сюда и по вот этой вот стене перепрыгиваем. Вот. Ой. Ладно. Пробуем еще раз. Обычный прыжок проблем не вызывает. Да, отлично. Это секретное место. Теперь мы поднимемся обратно, нам нужно на стену. Снова. Чтобы с нее прыгнуть вот в это вот окно. Да. Так, здесь пулеметчик вдали. Быстренько убьем его. Готовим ракетницу, потому что пройдя здесь, да, откроется клозет с гадами. Нажимаем эту кнопку, чтобы получить доступ к желтому ключу. Так, поубиваем здесь. Ребят, да, его. Выходим сюда. Привет. Выходим сюда. Жмем этот переключатель, чтобы построить лесенки. И спустимся поздороваться с бароном. Отлично. Так, эту платформу можно опустить, чтобы выбраться из этой ямы. Так, и здесь надо повзаимодействовать вот с этой вот мордой, чтобы построить мост. А пока мы займемся вот этим как демоном. Итак. Наверное, да, пойдем вот в этот дворик. Здесь располагается самый неочевидный секрет на уровне. Эту штуку можно опустить. И подняться вот сюда, забрать плазмоган. Этим переключателем мы откроем вон ту стену. Вот она опускается. Пока она это делает, откроем, наверное, вот эти вот стойла. Потом покажу, в чем их прикол. А пока зайдем сюда. Здесь уже весело. Так, наверное... Оу, это было опасно. Ну все, остальными займемся позже. Итак, в чем смысл этого? Здесь есть такая поилка, видимо. Промочим в ней ноги и открываем вот эту штуку. Потом вот эту. И потом вот эту. То есть тут такая, наступаем сюда. Проходим здесь, открывается вот это. Проходим здесь, открывается вот это. Итак, мы поднимемся с помощью этой вот сюда вот. И опустится полка бензопилой. А там весело. Чуть позже мы присоединимся. Ну ладно. Итак, нам снова нужно нажать этот переключатель, чтобы опустить колонну. Пробежимся по ее верхушке. И благодаря этому опустится синий ключ. Да.
Так, здесь есть две двери. Пойдем сначала в эту. Не то чтобы в этой комнате много смысла, но здесь можно включить свет. Мило. Итак, используемся второй дверью. Опускаем вот такие вот ящики. А вот за этими находим секрет еще одной брони. Мы идем в эту дверь. Проходим вот... Ой-ой-ой. Я забыл про этих ребят. Так. Да, вот здесь есть компьютерная панель. Синей сферой. И вот эта кнопка творит какие-то дела за красной дверью. Так. Нам нужно нажать переключатель, чтобы опустить лифт. Мы прыгаем вот сюда. Оу. Повзаимодействуем вот с этой мордой. Опять. Здесь есть переключатели. Вот этот и вот этот. Не уверен, что они делают, но нажмем. И нам нужно вон туда. Для этого нужно снова опустить этот лифт. Мы поднимаемся на нем и прыгаем уже на подоконник. Заходим в портал. Движемся вот тут, пока не выпрыгиваю в окно. Вот, и здесь такая милая спаленка. Вот эта стена может быть открыта. И нажмем этот переключатель. И нам нужно быстренько бежать к этой карте, пока опускается эта штука, потому что иначе ее никак не опустить больше. Ну да ладно. Так, мы выпрыгиваем вот сюда. Будем с этой стороны. Жмем эту штуку. Опускается переключатель здесь. Убиваем этих импов. Хватаем красный ключ и... Добавим немного света. Теперь мы на стартовой локации можем нажать вот это. Приподнимется здесь платформа. Нажмем вот это, чтобы открыть вот здесь вот лифт. И... Да. Ждем, пока поднимется мост. Я вот сейчас думаю, скорее всего, вот те кнопки, которые я не уверен, что делают, как раз таки строят здесь всякие лесенки. Ладно, проходим сюда и перепрыгиваем вот сюда, вот подвинься. Берем БФГ и убиваем все. Благо у нас очень много плазмы. Так что просто спавим зелеными шариками. Да хватит тебе. Он так и продолжает отлетать. Ну попади. Ой, все. Так. Отлично, вроде бы тихо. А да. Так. Два убийства еще нужно нам. О. И, возможно, сзади замка кто-то еще остался. Ну да. Ну все. Еще раз проверим. Там. Идем к выходу. Вот эту платформу можно опустить. Так. Вот сюда вот. И направляемся в красную дверь. Так, мы вот это же... Да. Да, я это нажимал. Все, здесь мегасфера. Очень кстати. Очень вовремя. Нажмем переключатель и... Выходим с уровня. Да, вот такой вот замок. Что я могу сказать? Это далеко не самый плохой уровень. Он даже хороший чем-то. Ну, опять же, в рамках...
этого комплекта мастер уровней для Doom 2. Он довольно интересный, детализированный, то есть там вот и библиотека, и вот этот каминчик, и там спаленки, и стойло там для животных, я так полагаю, поилочки там, вот это вот все, то есть детализация это присутствует. Да и сам по себе уровень неплохой достаточно. Мне он понравился, по крайней мере. Я бы даже сказал, что вот на текущий момент среди мастер уровней этот лучший. Да. Ну, я бы даже сказал, что он лучше выполнен, чем аналогичный уровень с замком в Doom 2 оригинальном. Ну да ладно. Спасибо, что смотрели все это безобразие. И всего хорошего.